Давай. А вот так вот, как Гриша сейчас. А куда ты снимаешь? Вот так вот. Всем привет, уважаемые любители бодибилдера автозвука. Сегодня у нас вот есть Ice Bucket Challenge. Видели, Гриша себя водой поливал. А у нас сегодня Sub Fucket Challenge. Мы будем качать 2 18-х девбонца. И вызов я кидаю Грише. Гриша, тебе нужно... Я знаю, тебе будет просто повторить это же самое, но сложно купить. Тебе нужно купить 2 таких саба и повторить, вот сколько я сделаю. Я еще не знаю, вот отвечаю, сколько я сделаю, подниму ли я вообще эту хуйню. В смысле, хорошие сабвуферы. Так ты 1,4, 1,3 дюймовый берешь. В натуре? Да. А я думаю, что так тяжело. А я такой, знаешь, попробовал его. Не, ну трешки туда по-любому пойдут. Короче, Гриша, тебе... Нужно купить 3 318-х довбонца и качать. Нихуя себе! Чё, слабо, блин? Потом Саша неделю будет лежать, блядь. Денчик, вызывай пока скорую. Сука. Либо на машине поведет, на машине. Да, Гриша уже сдох. Да ну, пи***нулись, что ли? Да, можно с читингом. Денчик, ты вызвался? Короче, все, вызов Гриши, правильно? Да, подожди. Ух, кто свет выключил? Сейчас. Ты его надо вот так. Ну. Вот так вот. Все. Нам не видно. Фу, блядь. А, блин, на тренировку не надо идти. Гриша, покупай сабы, ждем от тебя обзор.